ребят, меня зовут Вика Тори, и сегодня я буду распаковывать ваши подарочки со сходки. Но перед тем, как перейти к основным подарочкам, давайте посмотрим ваши рисуночки. Сначала подпишитесь на мой канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Выбираем вот этот вот подарочек. Интересно, что же там? Давайте посмотрим. Вау, боже, какая милость! Смотрите, какое сердечко. О, ух ты, записочка. Здравствуй, Вика, этот день настал. Я наконец-то тебя увидела. Моя мечта сбылась. В знак моей симпатии дарю тебе небольшой подарок, чашку с котенком и розовое сердечко. О, твоя фанатка Мария Стар. Мария, спасибо огромное тебе, солнышко. Первый подарок, там еще конфетка, кстати. Какой следующий подарок выбрать? Выбирать вам. Ладно, я сама выберу. Так, берем. Раз, два, три, четыре, вот этот вот. О, какой огромный подарок, прям вообще в руки не помещается. Вау, смотрите. Какой китик. Кто-то старался для меня своими ручками. Ух, сидел, наверное, часами и делал для меня этот подарочек. Спасибо огромное. Сейчас мы, может быть, узнаем, кто это. О, тут есть такие классные вещи. Смотрите. Обед? Нет. Тут написано ее обед. Хорошо, это вырежем. Это самодельный слайм, ребят. И прикольный такой. Так. Достаем, что здесь. Маша Суп, мой номер. Не буду говорить номер. Вот, Машенька Суп подарила мне конфетки. Веселая пчелка. Еще что-то, короче, вкусняшки. Извиняюсь заранее, подарочки могли перемешаться. И я не знаю, где чей подарочек, поэтому буду доставать все подряд. Так, достаем следующий подарочек. Обалденно, какие, господи, барашек. Барашки. И плюс еще это зайчёныш. Ладно, все. Так, смотрим дальше. I'm Сашка. Так, желаю тебе 100 миллионов подписчиков. Хочу, чтобы ты оставался такой же крутой и позитивной. Спасибо. Мелки для волос? Серьезно? Подождите. Вау, ребят, короче. Следующее видео на YouTube Вика будет красной. Нет, фиолетовый. Я буду фиолетовый, ребята, покрашусь. Лак для ногтей. Смотрите, поп-сокет, ребят! О, ребят, тут есть коробочка, смотрите, коробочка. У меня сзади, короче, лежат коробочки еще, а вы их не видите, но они там есть. Мне кто-то бриллиант, ребят, подарил, смотрите. Самый настоящий, ребят, так что кто-то мне даже бриллианты дарит, представляете? Так, что тут еще есть? Тут есть значок, ребят. Сердечко. И какие-то смайлики и наклеечки. А, сразу признаюсь, что некоторые конфетки не дожили до видео. Ну, то есть, ну, я так хорошенько уже под нам-нам-намла. Под нам-нам-намла. Записку, давайте сейчас записку. Ты мой любимый лайкер, я тебя обожаю, Вика Тория. Первая просьба... Подпишись на мой аккаунт. Ну, конечно же, все хотят, чтобы Вика Тория подписалась. Вот такая вот записочка. И здесь есть... О, это наш символ. Это символ всех котят Китти. Это... Ух ты, Ишка, это что такое? Ой, это, походу, тоже слайм. Ну, классный, классный. Короче, сегодня я буду баловаться со слаймами целый день. Коробочка с бантиком всегда привлекает мое внимание. Бантики, это здорово. Так, тут есть у нас, лежит тут сникерс, лайк, сердечко и блокнотик, ребята, блокнотик есть. Так. Коробочка классная с котенком. Пинс. Так. Мне кто-то подарил цветочный лолипоп. Класс. О, мигающий брелочек с Китти. Спасибо большое за подарочки. Вкусняшки. Посмотрите, как котеночек старался, вырисовывал каждое сердечко от лайка. И вот такой вот еще слаймик с котенком. Сладко-славный подарочек. Очень мне понравился. Спасибо огромное. Сейчас смотрим подарочек. Это вот нарисовали меня. Зайчик мой. Это жидкое стекло. Класс. Так. О, какие милые стирачки. Господи. Браслетик Лав, смотрите. Это лизун. Вот лизун. Я всю жизнь мечтала о лизунах и слаймах. У меня их никогда не было. Вот, и сейчас, наконец-то, моя мечта исполнилась, когда у меня есть вы. Вау!
блокнот. У меня есть блокнот с котенком и ручка с единорожиком. Спасибо, обалденно сделала. Я как раз-то конфетку сейчас конфискую. Тут очень много сладостей. Ну вот и все, ребят. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Я всех вас очень-очень люблю. Всем пока и спасибо огромное за подарочки.